Давайте сразу посвятим победу моему боевому товарищу, который ушел из жизни. Трагически погиб Сергей Шариков. Я думаю, что он все это видел прекрасно и болел там за меня сверху. Это во-первых. А во-вторых, конечно, сегодня такие дружные, теплые трибуны. Сегодня личной моей армии только было, наверное, под 100 человек. Плюс те люди, которые любят фехтование, те люди, которые болеют за нас. Я действительно долго шел к этой победе. У меня каждый раз что-то не получалось на чемпионатах мира. То заболею, то порвусь, то не приеду, то еще как-то. Дважды был третий, и сегодня не хотел останавливаться, но еще на бронзе хотелось выиграть. Абсолютно об этом не думал, не думал ни о чем. Сильный спортсмен, тупой спортсмен — это про меня. Спасибо. Скажи, а почему эмоций-то нет совсем, Леш? Ну, наверное, придут они, чуть попозже эмоции придут. Я очень рад, что сегодня моя семья с отцом пришли. Отцу было очень тяжело сегодня доехать до суда, у него проблем со здоровьем, он все это видел. Вживую я его порадовал. Самое главное, я рад за больше, за тех людей, которые за меня искренне болели и переживали, за нашу страну. Я очень рад, что все получилось так, как я задумал, так, как хотел. Скажи, пожалуйста, достаточно легко ты после финальной бой попал? Что-то хорошо себя чувствуешь? Я ужасно себя чувствую. Ужасно себя чувствую, не знаю как. Все, спасибо.